Здравствуйте. Вы смотрите последний в уходящем году выпуск программы «Акцент дня», в котором мы вспомним и обсудим главные события 2022 года. На связи со студией член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Анатолий Аксаков. Здравствуйте, Анатолий Геннадьевич. Здравствуйте. Главное событие года – это специальная военная операция. Она началась 24 февраля. Ну и по сей день нет-нет, да возникают вопросы, а насколько она была необходима? Была ли возможность избежать такого развития событий? Ну, я считаю, что главное событие не все-таки не спецоперация. Главное событие – это разворот российской политики на другие рельсы развития, на диверсификацию отношений международных. То есть раньше у нас главным торговым партнером, экономическим партнером была Европа. И финансовые, и хозяйственные, и торговые связи. Да и чисто человеческие, гуманитарные, туристические потоки были с Европой. Сейчас происходит переориентация, и мы будем больше развивать, причем существенно больше отношения, и развиваем отношения с Азией, с азиатским регионом. Это естественный партнер, причем крупный и торговый партнер, крупнейшая экономика мира, ну, по крайней мере, на втором месте точно Китай. Там же находится Индия, но в будущем это точно и первая, и вторая экономики мира. Они будут оттеснять другие регионы. Соответственно, Россия объективно должна перестраивать свои отношения на эту часть мира. Ну и с другой стороны, мы должны иметь надежные границы, надежные взаимоотношения, в том числе экономические взаимоотношения с Европой. И Украина здесь играет важнейшее геополитическое решение, она роль, поскольку Украина с одной части ментально, исторически, культурно связана с Россией и объективно, рано или поздно вернулась бы к своим корням. Ну а с другой стороны, в силу разных политических причин, в силу игры политиков на Западе, Украина, являясь самой отсталой страной Европы, в то же время выполняла роль такого негативного буфера между Европой, Западом и Россией. И поэтому рано или поздно этот нарыв должен был решиться. Ну и решение два. Первое – это имплементация в Североатлантический альянс, причем культурно, исторически, там традиционно связанного с Россией страной. Это такое, ну, еще больше девальвация, там, обнищание и отсталость Украины, поскольку она, ну, объективно может развиваться только вместе с Россией. Вот это поэтому и возникла ситуация, связанная с мобилизацией, со специальной военной операцией. Она рано или поздно бы все равно произошла в том или ином варианте. Конечно, мирный вариант был возможен. И, очевидно, на него делалась ставка. Здесь и мы не дорабатывали, надо прямо признать. Но Запад вложил очень много для того, чтобы оторвать Украину от России, для того, чтобы создавать постоянно ей проблемы, России проблемы с помощью Украины. Так что просто нарыв дошел до такой степени, что он теперь решается, к сожалению, военным путем. Хотя, еще раз повторюсь, вполне мог при разумности украинских политиков, ну и где-то нашей большей активности и, может быть, более такой фундаментальной работе Украина, учитывая ее исторические корни, она все равно была с Россией. Конечно же, одно из главных событий 2022 года это появление в составе Российской Федерации 4 новых субъектов. И даже несмотря на то, что боевые действия еще не закончены, идут процессы интеграции. На ваш взгляд, что уже успели сделать, что предстоит сделать вот буквально в ближайшее время, а что можно отнести на какую-то перспективу? Ну, я говорю об Украине, а не только об 4 новых субъектах Федерации. Очевидно, ну, почти, по крайней мере, большая часть Украины должна стать субъектом Российской Федерации. Вот с моей точки зрения. По крайней мере, должна быть вот такой очень дружественной страной, территорией.
похожи, там, например, на Белоруссию, да, поскольку, ну, фактически мы один народ, а страна – это не только юрисдикция, это не только армия, полиция, но это прежде всего народ. А мы один народ, и поэтому, с моей точки зрения, вся Украина, ну, почти вся Украина должна быть имплементирована в том или ином виде в наше общее пространство. Прежде всего, гуманитарное человеческое пространство. Что касается того, что было сделано, уже приняты законы, если говорить о работе Государственной Думы, имплементирующие. Ну, самое главное, это то, что принято конституционное решение о вхождении соответствующих территорий в состав России. Дальше приняты законы, которые уже определяют работу этих территорий, избранные и, ну, назначенные органы власти, которые там работают. И постепенно начинается уже вхождение в экономическое пространство. Я сам депутат от Чувашии, и предприятия Чувашии просто взяли шество над предприятиями Донецкой области, Луганской области, и там организовывают производство, люди работают, соответственно, зарабатывают деньги, есть дальше как более уверенно, спокойно жить. У них есть заказы гарантированные. Так что экономика Украины в большем масштабе, чем сейчас, став частью нашего общего экономического пространства, быстро восстановится. Она быстро станет процветающей, и люди, которые нищенствовали, прямо надо сказать, самая, я говорю, это самая была бедная территория Европы, так вот, они быстро выйдут на очень высокий уровень жизни, потому что потенциал этого народа, в том числе такой производственный, интеллектуально очень высокий. Ему надо дать только возможность, и он себя проявит. Ну, если говорить об экономике России, то вот этот год он показал, что есть какие-то понятия, которые мы раньше употребляли, но не очень понимали, да, что за этим стоит. Ну, например, импортозамещение. После целого там пакета, ряда пакетов санкций, отказа части государств, предприятий, компаний работать с нами, нам удалось этот вопрос решить. Как бы вы оценили состояние российской экономики? Ну, в целом, состояние экономики намного лучше, чем предполагалось. Был прогноз, что спад ВВП будет больше 10%, будет разрушена, естественно, финансовая система, так считали на Западе, принимая санкционные решения. И очень многие производства остановятся, поскольку импорт из Европы, а он был большой, больше 200 миллиардов долларов, перестанет поступать, в том числе и производственные составляющие, детали, станки, машины. Но, как мы видим, спад есть, он составляет около 3%, 2,9%. В принципе, небольшой, и он касается как раз той части, которая направлена на взаимодействие с Европой. Импортозамещение быстро начало осуществляться, благодаря принятым, в том числе, Государственной Думой решениям. Ну и наше производство, многие работают сейчас не то что на полную загрузку, они работают по выходным, и не только на обеспечение специальной военной операции, а создавая, производя очень многие оборудования, машины, трактора сельскохозяйственного значения, промышленного значения. У нас в Чувашии промтрактор, и он в полтора раза увеличил практически объем производства сельскохозяйственной техники, крупной тракторной техники, которая используется для строительства дорог. Я скажу, что благо вот этой ситуации сегодняшней еще и в том, что многие коррупционные составляющие, которые, к сожалению, ну, имели место быть, они как раз и не позволяли осуществляться импортозамещению долгие-долгие годы. Тот же тракторный завод ни одного трактора не поставил для строительства дороги Таврида в Крыму. Хотя предназначен, в том числе эти трактора предназначены как раз и для такой работы. Работали КамАЗ, Катерпиллер на строительстве Тавриды. Почему? Я считаю, что там была и коррупционная составляющая. То есть вот связи, налаженные еще в нулевые годы, 90-е годы, они срабатывали. Сейчас этих связей нет. Сама Япония, сама Америка отказались от поставки техники и вынуждены брать российскую технику. Кстати, очень качественную, конкурентоспособную. И благодаря этому объем производства растут. А процесс, конечно, непростой.
и надо многое замещать, в том числе организовывать новые производства. Это требует времени, думаю, 2-3, а то и 5 лет понадобится, чтобы сделать здоровую экономику, менее зависимой, в том числе от вполне того, что у нас есть в России. Вот так бы я оценил ситуацию. В целом экономика работает, финансы, как мы видим, тоже функционируют, платежи, расчеты. В рамках страны вообще никто никаких проблем не испытывает. Есть проблемы с взаиморасчетами с зарубежными партнерами, в том числе из-за того, что санкции влияют. Но мы сейчас переходим к таким цифровым активам, цифровым валютам. Буквально сегодня-завтра внесем законопроект о цифровом рубле, который позволит многие взаиморасчеты, финансовые взаимоотношения с нашими партнерами за рубежом организовывать помимо кредитных организаций, помимо банков. А это значит и помимо контроля и влияния западных стран. Ну, конечно же, нас всех не может не беспокоить судьба национальной валюты. Вы, как председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, какой прогноз даете? Как себя будет чувствовать рубль в наступающем 2023 году? Ну, он вот достиг тех уровней, которые выгоден и экспортерам, и импортерам. Поскольку рубль очень сильно укрепился в определенный период времени, в конце весны, летом, в начале осени, он был очень крепок. И это работало в значительной степени, кстати, против наших внутренних производителей, потому что они не выдерживали конкуренцию, например, с китайскими поставками. И товары из Китая стоили дешевле, чем то, что производилось в России. Причем достаточно существенно. Из-за того, что рубль был переукреплен. Сейчас он пришел в состояние, на мой взгляд, равновесие, которое позволяет иметь выгоды и экспортерам. Экспортерам всегда выгоднее, когда национальная валюта дешевеет. Но это и выгодно импортерам, поскольку наш рубль не будет, с моей точки зрения, дальше ослабевать, по крайней мере, сильно. И наши импортеры смогут тоже покупать продукцию по приемлемым ценам, для того, чтобы в том числе с помощью зарубежной техники, оборудования, переоснащать свое производство, ну и поставлять товары народного потребления, которые тоже необходимы на внутреннем рынке. Как бы вы оценили социальное благополучие россиян? Все ли государство сделало для социальной поддержки? Все ли меры приняты? И что партия предлагала? Что было реализовано в этом направлении? Ну, мы всегда недовольны тем, что было сделано с точки зрения социальной поддержки. Мы хотели, чтобы и индексация была более существенная по заработной плате, по пенсиям. Тем не менее, в целом мы видим, что жизненный уровень населения, он сильно подсел, особенно в начальный период текущего года. И это связано было с резким ростом инфляции. Она достигала 17% в определенный пиковый период. И приближалась даже к 20%. И рост доходов, он происходил, в том числе за счет индексации, но не успевал за таким уровнем инфляции. Сейчас мы благодаря осенним решениям, довольно существенно и даже опережающими темпами, проиндексировали заработные платы и пенсии. И надеемся, что благодаря этому все-таки жизненный уровень подтянется, поднимется на более высокую планку. Я вижу, что многие предприятия сейчас начинают, в том числе, кстати, из-за дефицита рабочей силы, нужны рабочие руки, повышать заработные платы. Ну и регионы тоже. Я сужу по тем решениям, которые принимает наш член партии, глава Чувашии Олег Николаев. Он довольно серьезно поддержал, прежде всего, наименее защищенную часть, тех, кто получал низкие заработные платы. Ну, например, молодых учителей. Им индексировали заработную плату более существенно, чем всем учителям, работающим в школах. Ну, поскольку, к сожалению, у молодых преподавателей зарплата была очень низкая, даже ниже прожиточного минимума. Сейчас подтянули ее, она там в полтора раза, по-моему, выросла, и еще дальше будет индексация. И я вижу, как разворачивается республика к поддержке как раз учителей, врачей, для того, чтобы они, в свою очередь,
учили грамотно наших детей, чувствовали себя уверенно. В этом плане Чувашия хороший пример, кстати, для того, как необходимо работать. И в то же время понятно, что объективные условия не позволяют нам там 2-3 раза резко увеличивать доходы людей, социальные вопросы решать. Но вот то, что поступательно делается, и с точки зрения заработной платы, с точки зрения социальных всевозможных там вариантов поддержки людей, с точки зрения заботы о детях, прежде всего детей из больших семей, малоимущих семей, это вот хороший пример Чувашии, как работает глава Чувашии Николай. Анатолий Геннадьевич, в завершении ваш прогноз на 2023 год и какие-то пожелания нашим зрителям. 2023 год – это дальнейшая перестройка нашей экономики, переориентация ее на азиатские регионы, на Китай, Индию, Вьетнам, Малайзию, Индонезию и многие-многие другие регионы. Рост взаимоотношений с африканскими регионами, с Турцией, кстати, мы будем продолжать свою экономическую и финансовую, я допускаю даже политическую взаимосвязь. Естественно, с латиноамериканскими странами, с Мексикой наши отношения будут развиваться. Если говорить о внутренней перестройке экономики, дальнейшее импортозамещение, наращивание машиностроительного производства, электротехники, приборостроения, то есть наша промышленная индустрия будет становиться на свои ноги, на свои мощности, и благодаря этому страна будет более независимой от внешних решений экономических, санкционных в том числе. Но все-таки следующий год – это еще год такой работы на трансформации нашей экономики, социальной жизни и на рост самостоятельности, в том числе с точки зрения ментального самосознания, опираясь на которое мы будем строить отношения и внутри страны, и с внешним миром. Но при этом это создание мощнейшей основы для будущего рывка вперед нашей страны. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Я поздравляю вас, ваших коллег, ваших близких с наступающим Новым годом. Очень надеюсь, что все, что вы спрогнозировали, обязательно сбудется. Я хотел бы тоже поздравить всех россиян, всех однопартийцев, да и вообще весь мир, всех, кто смотрит эту передачу. С наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, любви и пожелать уверенности и веры в нашу страну, в народ России. Вот наше дело правое. Мы обязательно победим. Справедливость обязательно победит. Спасибо. Это программа «Акцент дня». Я Владислав Павлов и вся наша команда поздравляет вас, дорогие наши зрители, с наступающим Новым годом. В будущем году оставайтесь с нами. Мы будем отслеживать все главные важные события, давать самые интересные актуальные комментарии. И всего вам доброго.